Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Nokia 8000 можно изменить яркость. Для этого мы с вами заходим в настройки. Далее переходим с вами в пункт дисплей, точнее персонализация, потом дисплей, и тут можем уменьшать либо увеличивать яркость. Также можем нажать вот сюда, точнее, как я это сделал, я нажал на клавишу вверх, далее выбрал яркость, тут переключается тоже яркость. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!